День добрый, уважаемые телезрители, дорогие друзья, все, кто сейчас смотрит эту трансляцию. Спартак ЦСКА, последний матч сегодняшнего игрового дня. 97-й год рождения начнет сейчас играть. Но начнется матч не с футбола, а с минуты молчания. Сегодня утром в 4 часа утра легенда Спартака Федор Черенков нас покинул. И именно поэтому давайте помолчим. Всегда больно и неприятно, когда уходят легенды, но это случается, и ничего уж тут не поделаешь. А теперь к футболу. Только что, минут, наверное, 10-15 назад закончился прекрасный матч. 98-й год рождения. Спартаковцы первыми из всех сегодняшних возрастов нанесли поражение армейцам со счетом 3-0. 98-й год обыграл ЦСКА, ну и дело теперь за самыми старшими. 97-й начнет с минуты на минуту, и давайте сразу после стартового свистка я расскажу вам о составах играющих сегодня команд. Леонид Измайлов судит матч, все, он проверил, секундомер запустил и свистнул. Поехали! Спартак. 57-й номер, в воротах Вадим Аверкиев. 3-й Артем Сокол, 5-й Константин Щербаков, 33-й Артем Мамин, 8-й Даниил Горовых, 29-й Олег Красильников, 32-й Кирилл Твердоухов, 10-й Георгий Милкадзе, 26-й Максим Лелюшкин, 11-й Дмитрий Маликов и 9-й Назар Гордейчук. Алексей Милешин тренирует Спартак. И ЦСКА Иван Злобин, первый номер в воротах. Второй Егор Матунов, третий Кирилл Сараев, четвертый Муталип Алибеков, пятый Денис Никитин, шестой Артем с по-настоящему спартаковской фамилией Юран, седьмой Дмитрий Соколов, восьмой Денис Глухов, девятый Никита Касаткин, десятый Михаил Соловьев и 11-й Тимур Жамалетдинов. Главный тренер команды Максим Боков. Небезызвестный Максим Боков. И Спартак начинает активно. Маликов налево. Так, кто у нас там входил в штрафную? Но в любом случае удара, ни удара, ни передачи не получилось. И возвращается домой, по-моему, это был Гордейчук. Это рот выбит мяч, Иван Злобин. Далеко выбивает Злобин мяч. Здесь подбор за ЦСКА. Жамалетдинов закидывал вперед. Касаткин пытался он вывести партнера один на один с Аверкиным. Не получилось. В своей половине поля Спартак, там Щербаков, обыгрывается он с партнерами. И переходят красно-белые к атаке, чуть было не ошиблись сейчас. Лелюшкин. Сокол вперед на Милкадзе. Так, и Милкадзе там в попытке обыграть теряет мяч, но зарабатывает угловой. Разыграл, Спартак разыграл. Второго не хватает у ЦСКА, и нужно этим пользоваться. Подача. А подача не будет. Подача в никуда, все столпились за линией вратарской, ближе к воротам. На передачу
пролетела между 11-метровой и этой самой линией площади ворот. И не достигла ни головы кого-то из красно-белых, ни ноги, ни какой-либо другой части тела. И небольшое повреждение там получил кто-то из армейцев. Помощь врачей не потребуется, встает футболист красно-синих. Красно-синие сегодня в белой форме играют. Ну, впрочем, то же самое было и у всех возрастов. Пока по первым четырем минутам трудно сказать, за кем преимущество больше. Это больше какие-то свечки, отбивания и туда-сюда. Летает мяч, 3-4 паса точных, это максимум. Никитин налево на Соловьева, подает Соловьев. Можно было головой скинуть Аверкиеву, но не стали рисковать. Спартаковцы решили попроще здесь сыграть. Центр поля надо забирать. Это то, что сделал 98-й сегодня год. В первом тайме, минутик 10-й, полностью вся центральная зона перешла под контроль спартаковцев. И ничего ЦСКА не смог с этим поделать. На мой взгляд, именно в этом и заключался секрет победы наших ребят в предыдущей игре. Через дом сыграет? Нет, не стал сейчас Красильниченко откатывать мяч. И в итоге аут у ЦСКА получилось заработать. Опасно может быть у Соколова на ноге мяч. Бьет он, не успевает Аверкиев в падении его забрать. И головой. Главой будут с правого фланга подавать футболисты ЦСКА. Соловьев это сделает. Левая нога. Да, все правильно. Будет закручивать по направлению к воротам Аверкиева. Низом подача на ближнюю. И первый здесь голкипер Вадим мяч вылавливает. И быстро ближнему вводит его. Надо разбегаться Спартаку, широко играть. Ух, далеко отпускает мяч. Зачем же так далеко сейчас Сокол при обработке немного ошибся. Иди, иди! Ближе, Миша, ближе, Миша! Да, да, да! Щербаков. Длинный. Длинный пас, но не точный. Лелюшкин здесь выцарапывает мяч, на грудь принимает. Это Милкадзе. Гертячук ближе к центру играет. Даже к левому флангу скорее. И Сокол разыгрывает на краю с Милкадзе. Лелюшкин входит в штрафную. Прострелить надо! Не сильный прострел. В ногу Алибекова угодил мяч и улетел на угловой. Корнер с правого фланга. И тоже на ближнюю. Отличная подача. И нужно было, конечно, выскакивать. Спартаковцам здесь играть на опережение. Головой просто протыкать мяч. 7 метров в ширину ворота куда-нибудь попали бы. Ну, хотя бы у вратаря. На грудь принимает Милкадзе мяч. Отскакивает он к партнеру. Сбрасывает. Здесь Твердоухов налево переводил. И потеря. И потеря у ЦСКА, и потеря снова у Спартака. Вот то, о чем я и говорил. Никому не удается прибрать мяч к ногам на первых минутах. А сыграно-то уже целых 7. Убивает мяч из-под рук у Маликова. Мамин. Забрасывает мяч налево. Подключившись к атаке Красильниченко это было. Фланги у Спартака работают, что Сокол, что Красильниченко с удовольствием бегают вперед, это видно. Твердоухов. Не понял Твердоухова сейчас. Милкадзе именно делал между двух игроков передачу. Кирилл
А Георгий, который стоял на месте и по идее Твердоухова должен был открыться за спину левому защитнику, остался стоять на месте и эту передачу не получил. Обидно, по замыслу было очень здорово. И пройди этот пас, смотрелось бы великолепно. Неуверенно играет Злобин, выбивает мяч за боковую, хотя, кто знает, может быть, он так и хотел, что, конечно, вряд ли. Сокол. Кадзе. Перебрасывает мяч через Алибекова и обходит его, входит в штрафную, второго не удается пройти. Был это Сараев, Кирилл Сараев, один из двух центральных защитников ЦСКА. Именно он прервал сейчас уже на предпоследнем рубеже, на последнем, конечно же, Злобин. Это наступление красно-белых. Очередной угловой. Такую же подачку надо. Да, то, что надо, но здесь вот в эту точку никто не пошел из футболистов Спартака. Был там только Алибеков, и он попросил красно-белых угловой повторить. Отличная подача снова, и почему же никто в эту точку-то из спартаковцев не приходит? Отчаянный удар в падение с левой ноги. Нанес Данил Горовых, в створ не попал, там пара метров, в паре метрах от ближней штанги мяч пролетел. И отправляется Горовых на свою позицию в центр поля. Сейчас наглядно видно, вот две... Три, наверное, даже четыре, пускай будет линии спартаковского футбола. Это 4-2-3-1 однозначно. Ну, которые, конечно, могут трансформироваться в 4-5-1, либо в 4-4-2 даже при желании. Ниша, Лужа! Твердоухов в центре все время практически стоит один, ждет он мяча, не всегда получает. Маликов с левого фланга вырывался в штрафную, получал он передачу от Милкадзе, но в подкате футболист ЦСКА успел выбить мяч и выбил его так, что попал в ногу Маликову. Уже ноги Дмитрия, он улетел за линию ворот, поэтому вводил его в игру Иван Злобин. Длинный заброс, здесь должен на выходе сыграть Аверкиев, Вадим это и делает. Немножко неудобно, как-то он без крика, без всего, но главное, что до мяча добрался. Твердоухов направо, это... Лилюшкин и Сокола подключает. Маликов казался уже справа. Лилюшкин, входи в штрафную и делай пас. Ну почти. Юран в последний момент на угловой выбивает мяч. И снова корнер. Подача пошла. Справляется снова защитники ЦСКА и выносит мяч от ворот куда подальше. Ну что, хорошие получаются вот эти вот забросы у Гордеучука, который раз за разом выполняет корнер у Спартака, и все они летят в вратарскую. Не выходит на них Иван Злобин, потому что не в самой удобной высоте для вратаря они опускаются. Там уже и головой могут сыграть форварды, а раньше ты к этому еще не доберешься. Ох, подсказывал сейчас Милешин Лилюшкину, что он один совершенно в центре поля мяч принимает, но поздно этот крик дошел до Максима. В обыгрыше на левом фланге редкая атака ЦСКА, Соколов пошел. Вдвоем они там с Соловьевым. И выбивает мяч. Соловьев. Нет, не получается у армейцев зацепиться, а у Спартака получится. Милкадзе подключает центр поля. На замахе решил Горовых убрать защитника. Снова Милкадзе уже здесь. Он немножко не в недодачу. Обе передачи у Милкадзе сейчас пошли в недодачу. И если с первой справился Горовых, то со второй
Ну, тоже, считайте, справился. Мяч у Спартака останется из-за того, что нарушение зафиксировал арбитр на Данииле. Но если передача пошла в ногу, там 4 в 3, либо 3 в 2, выходи к воротам и забивай. А так штрафной, ну, метров сколько здесь? 20 до штрафной, ну, штрафная 16, 37 где-то. Бить будет спартаковцы, да. Прямо в руки. Подошли, в руки голкипера улетит этот удар. Быстро Злобин ввел мяч в игру. Хорошая игра у нас, быстрая. Моменты тоже периодически появляются вратарей, правда, пока не доводилось видеть во всей красе, но ничего, я думаю, что не за горами. Лучше бы Злобина увидеть вынимающий, конечно, мяч из сетки ворот. Горовых подключился на левом фланге. Уже Красильниченко с мячом успел, достал, в обыгрыш пошел на троих. Да, прошел! Да прошел, считайте. Аут-то спартаковский, а на такой скорости. Играть не всегда просто. А что, Гордиачуга с левого фланга тоже угловой будет подавать? И это аут. А, это аут. Прошу прощения. Красильниченко его вбрасывает. Даухова можно обыграться, не рискует Горовых, через дом решает сыграть. И направо на Сокола надо. Один совершенно здесь. Наш правый защитник Артем Соколов, но пока мяч до него не дошел. Недоволен Максим Боков тем, что футболисты ЦСКА слишком глубоко зарылись на своей половине поля. Он считает, что нужно прессинговать, а тем временем Милкадзе выкатывает на Лелюшкину. Он входит в штрафную, делает передачу, и мяч остается у него. Гол! Нет! Да! 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 И все-таки гол Дмитрий Маликов записывает на свой счет этот мяч. Прекрасно. Прекрасная атака после трехходовки Милкадзе. Лелюшкин, Маликов, удается Спартаку выйти вперед. У Лелюшкина, который, кстати, уже не в первый раз он так на скорости вошел в штрафную, не побоялся пойти в обыгрыш и сделать передачу. Предыдущие два раза накрывали его там то Алибеков, то Сарай. А сейчас... сейчас его передача дошла до Маликова. Ну и Дмитрий со второй попытки счет открыл. Что ж, к 16-й, на 16-й минуте гол был забит. Сейчас уже 17-й идет. 1-0 в пользу Спартака. 97-й год рождения играет в соперниках сегодня у красно-белых ЦСКА. И пока, пока я тут, у меня есть стол деревянный, по нему постучу, пока для нашей команды все складывается очень даже здорово. Сокол в центр. Мамин налево. Длинный-длинный заброс. Так, тут должен цепляться Гордиачук. Ну-ка, ну-ка, ну-ка! Мяч даже в игре оставили армейцы. Молодцы какие. Жамалетдинов впервые. Я произношу его фамилию и ошибается на выходе Вадим Аверкиев. И фамилия Жамалетдинова становится для Спартака роковой. Армейцев, но еще и с кем-то из наших защитников. В сутолоке мяч выскочил, и Жамалетдинов успел протолкнуть его уже, оказавшись перед пустыми воротами. 1-1, 18-я минута. 2 минуты понадобилось ЦСКА, чтобы счет сравнять. Ничего. Соловьев пошел в обыгрыш и даже подал. Тут уверенно Аверкиев на выходе. Никто не мешал. В руки поймал, вел. И снова Соловьев. Не успевает Сокол к нему и подает все-таки Соловьев. А вот здесь должны спартаковцы точно сыграть первый удар. За пределы штрафной решился Алибеков пробить. А нет, не Алибеков это был, а Юран. Да, Алибеков, конечно, в обороне. Он здесь сторожит на пару спартаковских нападающих. Милкадзе и Маликова, по-моему, а бил Юран.
Ну, не раз Спартаку забивать не должен, я считаю, ни в коем случае. Лилюшкин отрабатывает, он здесь в обороне, и бьют его, бьют, а он борется и борется, но все-таки арбитр свисток дает. Дауха два человека прессинговали, выбрался он. А здесь ошибается Горовых. Твердоухов, какой красавец, а, и выкатывает мяч на Милкадзе. Нарушение, все верно, но, ну, не знаю, я не согласен с Максимом Боковым, который неистово тут кричит, что мяч было сыграно, конечно, нет. Конечно, нет, сбили Милкадзе однозначно, и вот этот штрафной уже гораздо опаснее, гораздо интереснее. Горовых подходит к мячу, видимо, даже ничего спартаковцы придумывать не будут, просто... Даниил самостоятельно с левой ноги сейчас над стеночкой, либо ее обвод, будет посылать мяч в ворот. В стиле Силлинсона голкипер сборной Голландии присел там Иван Злобин. Аккуратно поставил стенку. Кстати, всего трех человек. Он в ней оставил. Нет, вот четвертый прибежал. Четвертый прибежал, закрыл ближний угол, чтобы туда точно не влетело. Ну, если над стенкой мяч полетит, тут уж ничего не поделаешь. Горовых. Смотрим низом в руки. В руки Злобину. Ну, в створ уже ничего. Не торопится Иван. Вводит ближний. Алибеков. Китин. Жмалединов. Сам пойдет, наверное, в оба гражда. Действительно, налево на Соловьева чуть-чуть не достает Михаил. Подхватывает Милкадзе мяч. И налево нужно сделать пас. Дойдет? Да. Доходит передача. В итоге Маликов с мячом не бьет на замахе. Убирает защитников. Горовых вторым темпом. Вновь Маликов. Справа есть Лилюшкин. Именно он получает мяч. Не боится обыгрывать. Правда, конечно, к своим воротам это атаку никоим образом не развивает. Красильниченко домой на Мамина. Гордячук подключает он Красильниченко. Передача не доходит до Маликова совсем немного. Забегание в стиле Спартака конца 90-х, начала 2000-х было очень классным. Гордячук выждал паузу, подождал, пока забежит ему за спину. Красильниченко покатил на того мяч и ворвался в штрафную. Наш левый защитник сделал отличную передачу, но немного до нее Маликов не достал. Подбор за ЦСКА. Соколов направо, здесь спокойно нужно действовать Щербакову, и даже главового не зарабатывают армейцы, правда мяч все равно остался у них, но Соколов входил в штрафную. Ну что ж ты делаешь-то? Так кто это был? Это Мамин был, не знал он, что у него за спиной игрок, и это пенальти. И это пенальти, и все правильно, и пенальти, я считаю, полностью на совести Мамина, который, не зная... Да неважно, знает он или нет, если у него за спиной игрок, справа-слева. Понятно, он может не видеть, он находится в игре полностью, но подошву пытаться убрать мяч под себя в своей штрафной площади, это, извините, ну, этому в детских школах учат, а Мамин именно там сейчас и занимается. Забыть вроде бы не должен был. И у ЦСКА есть отличный шанс выйти вперед. К мячу подходит Жамалетдинов, планирует он оформить дубль. Аверкиев не даст. Ну-ка, удар нет, дает. Все-таки Аверкиев оформит Жамалетдинову дубль. В правый угол летит мяч. Аверкиев отправляется в левый. Горели даже на 17-й 0-1, а уже к 24-й, то есть за 7 минут умудрились выйти вперед. Но я бы не сказал, что ЦСКА играет лучше или на голову сильнее. Это уж точно не про эту игру. Трудно вспомнить, что еще было у ворот Аверкиева, кроме вот этих двух моментов. Да и то, на самом деле, второй однозначно Спартак сам себе придумал. А первый, ну, ошиблись там и защитник, и голкипер наш.
принципе, ничего своими силами пока не заработал. Короткий пас, Твердоухов. Переводить направо. Горовых решил немножко оттормозить атаку и сменил ее фронт. И прекрасный пас на Милкадзе. Какая передача. Милкадзе удар прямо в руки Злобину. Но какой пас сделал Горовых. Боже мой, вы видели это? Сквозь двух защитников, сквозь двух соперников. И каким-то невероятным образом получил этот мяч Милкадзе просто. У меня не было никаких сомнений, что перехватит эту передачу. Уже ЦСКА в атаке. Соколов. Направо. Под левой ногой мяч у кого-то из армейцев. А был это Глухов. Как борется это Касаткин там. Получает по ногам, встает, продолжает играть. Лелюшкин. Быстро, 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 быстро. Милкадзе пока самый активный, наверное, у Спартака. Сокол подключается. И сыграть снова с Милкадзе надо. Нет, замешкался Сокол и пошел в бровку, откуда его выжили. За боковой будет водить Спартак. И вновь солнышко. Солнышко выходит к нам. Правда, ветер не успокаивается. А нет, из-за боковой все-таки ЦСКА. Значит, от ноги Сокола мяч покинул пределы поля. Ничего. Момент отыгран уже в прошлом. Твердоухов борется с Соколовым. И эту борьбу выигрывает. Выигрывает ее, конечно, Соколов, но с нарушением правил. А значит, победу можно приписать спартаковцу. Красильниченко не доходит до него передача. Головой надо, да, через дом сыграть, все правильно. Не добирается Гордячук до мяча, но попадает он в Красильниченко. Мамин. Гордячук, Красильниченко, аут. Аут будет за Спартаком. Твердоухов. В стенку с Милкадзе. Милкадзе решил в стенку сыграть с Твердоуховым, но не жестко поставил ногу. И получилось у ЦСКА перехватить этот пас. Никитин за боковой. Соколов сыграл на Глухова, а вот передача Глухова уже пошла в офсайд. Что ж, зачем? Это все чревато. Зацепиться Маликову здесь попробовать. Ну-ка. Нет, вдвоем Маликов и Лилюшкин все-таки. Мяч не получили, лишь аут для Спартака заработали. Сокол. Лилюшкин. Максим Боков показал, что у него еще все хорошо с техникой. Жонглировал мячом аж два раза. Закрывать корпусом пытался здесь мяч Щербаков. И чуть было ЦСКА не воспользовался некоторой, я бы сказал, застенчивостью Щербакова. Он как-то это очень неактивно делал, что ли. Но все-таки мяч остался у Спартака. Ну, опять перешел ЦСКА. Соколов. А Веркиев ведет от ворот. Длинный пас. И Сокол будет вводить за боковой. Чуть было не уронили сейчас. Ну-к.
Камикадзе с мячом Маликов с левой ноги решил пробить, в руку показывает, попал мяч кому-то из защитников ЦСКА, но судья молчит, Лелюшкин входит. И тут тоже на точку не указывает. Хотя Лелюшкин протестует, говорит, что попали ему по ноге. Но вполне вероятно. Однако арбитр решил не свистеть этот эпизод. Ну и мне с моей комментаторской позиции показалось, что чисто там мяч было сыграно. А если не совсем чисто, то нарушение правил это точно не тянуло. Борьба, обычная борьба. Набирает скорость атака ЦСКА и тут же разбивается волнорез в центре обороны Спартака. Кто будет первым? Первым был футболист ЦСКА. Дима, за него, Дима! Юран это был, и Милкадзе ускоряется, режет угол. Надо избавиться от мяча, на мой взгляд. Да, отличная передача, и будет первым. Нет, чуть-чуть не хватает Гордеевичу, чтобы быть первым на этом мяче. Мне даже показалось, что он уже ногой протыкает его и уходит в обыгрыш Ивана Злобина, который, кстати, не самым лучшим тут образом сыграл. Он вышел из ворот, а потом почему-то не пошел забирать мяч на ногах у Гордеевича. Видимо, ждал, что он будет делать. А Гордеевичук, как мне опять-таки показалось, уже увидел этот мяч в руках у Злобина, хотя того еще не было там. Такой момент достаточно спорный, и на деле-то это был прекрасный шанс для Спартака. Милкадзе прекрасной передачи, отличной передачи, вывел один на один, практически один на один Гордеевичука, не воспользовался Назар. Ничего, продолжаем. И упал тут кто-то из армейцев, и, если честно, очень неприятно держится за голову. Давай. Все тело, это всегда неприятно. И мы желаем каждому из тех, кто сегодня играет, конечно, здоровья. Лелюшкин отлично открылся, получает пас. На правом фланге отбрасывает мяч на Милкадзе. И Милкадзе тоже пошел в обыгрыш. Удар в ближний, мимо ворот. Живая, очень живая игра с достаточно большим количеством опасных моментов. И смотреть такой футбол, безусловно, приятно. Отворот. Злобин будет выбивать мяч. 32 минуты матча позади. 1-2, ну вернее 2-1 в пользу ЦСКА. 97-й год рождения встречается. Но, надо сказать, игра абсолютно равная. Сокол уходит в бровочку. И надо покатить по флангу. Вот же! Конечно. На Милкадзе пошла передача, а Милкадзе решил сбросить на Лелюшкина, который тут подключился к этой атаке. Как, впрочем, он подключается к 95%, наверное, процентам атак Спартака. Он ведь атакующий все-таки полузащитник. И не получил этого мяча уже Максим. По владению-то процентов 60 точно у Спартака. Милкадзе, снова Милкадзе. Самая часто произносимая мной фамилия в первом тайме. Соловьев кидает в прорыв Жамалетдинова, который, пытаясь добраться до мяча, из-за чрезвычайно огромного желания нарушает правила. Мамин. Щербаков. Милкадзе примет? Принимает. Лелюшкин бросает прорыв Сокола, и есть возможность у Сокола подготовить подачу, сделать ее хорошей, качественно нацеленной, но вместо этого Артем в касание, как-то с полулета у него получается пас, который улетает за пределы поля, опускается за воротами Ивана Злобина. Лелюшкин сейчас отработал тут за Сокола. Соловьев. Ну,
немножко недоволен решением арбитра. Считает он, что был мяч не выбит футболистами ЦСКА, и должен был аут достаться Спартаку. Впрочем, Спартак уже мяч сам отобрал после того, как армейцы ввели за боковой. Есть зона, есть скорость Горовых на Маликова. Не доходит эта передача до, до Дмитрия. И втроем здесь защитники ЦСКА разыгрывают Маликова как собачку. Конечно, не получается отобрать мяч. Соловьев. Отлично, но это нарушение. Конечно, это нарушение. В какую сторону дает судья, если честно, мне непонятно вообще. Однозначно на Лилюшкине было нарушение правил со стороны футболистов ЦСКА. И свистнул арбитр. Все были уверены, что покажут, что он сейчас штрафной. Он так и сделал, только вместо того, чтобы его пробивал Спартак, арбитр отдал это право футболистам гостей. Странное решение, но уже в прошлом это Алибеков. Сараев. Потекает Сараев мяч. А вот мне кажется, он нервничает периодически, Кирилл Сараев. Когда остается один на один с мячом на своей, особенно половине поля, можно его напрягать, можно уже не первый раз. Он как-то неуклюже то подсекает, то выбивает, и не всегда удачно. Такой, наверное, больше выносной защитник. Но попробовать как минимум можно. Мукадзе. И снова, снова аут за футболистами ЦСКА. Сколько? Метра четыре сейчас прошел. С мячом Никитин в руках. Здорово, Лилюшкин накрывает в центре Юрана. Это практически приводит к тому, что Спартак завладел мячом. Но грызутся, грызутся команды на самом деле. И трудно и тем, и другим. Мукадзе будет первым, надо принимать. Маликов цепляет. Да, цепляет. Бердячук в стенку с Маликовым. Ходи в штрафную, Дмитрий. Ходит он, бьет и Зломин прямо на ногу. И гол! Вот так вот. Вот так вот. Прекрасная стенка в центре поля. Приводит к тому, что Спартак сравнивает счет в этом матче. Сравнил счет, сделав его 2-2. До конца первого тайма остается чуть больше двух минут. Сокол, есть еще шанс выйти вперед. Передача низом, решил в этот раз не экспериментировать с высокими пасами Сокол. Да, в стенку там сыграл Маликов не с Горчуком, не с Гордячуком, а с Горовых. И вот это был, кстати, важный момент этой атаки. Он дал Маликову зону, которой Дмитрий воспользовался, вошел в штрафную и пробил. Подача от Гордячука. Ай, надо же там мяч выигрывать на втором этаже, раз Злобин не выходит. Вообще, это, конечно, вратарская зона. Я имею в виду не площадь ворот, а вот та зона, куда сейчас спускался мяч. И, на мой взгляд, Злобин высоченный. Вратарь высоченный. То есть, мне кажется, под 2 метра рост. Подача. Снова воздух. Не получается выиграть у спартаковцев. Что ж такое? Щербаков. Центр Твердоухов не цепляет. Снова Щербаков решил не в касание головой, а принять на грудь. Есть в этом смысл. Лилюшкин. Развернул двоих. Твердоухов. Мелкадзе. Очень близко к нему располагался Маликов, поэтому подключил он Горовых. Под левой ногой был у Горовых мяч. Убрал его под правую и пробил. И прекрасный сейф от Ивана Зловина. Не знаю, летел ли мяч в створ. Скорее всего, он попал бы в перекладину. Но каков Горовых и каков Зловин. Оба красавцы. Еще один
шикарный момент. Тут нельзя сказать, что не реализует сам себе горовых. Этот момент создал, убрав защитника на замахе, и сам же идеально пробил. Подача. А вот тут вот на выходе Злобин решает наконец-то сыграть. И теперь, в принципе, понятно, почему Иван немножко побаивается покидать ленточку. Не слишком он уверен, а там действует удар в дальний угол, штанга. А представляете, если бы забил сейчас под самый финальный, под самый свисток на перерыв. Вот это красота была бы, но не влетает все-таки мяч в дальний угол ворот. И на перерыв команды уходит.